В рамках сотрудничества между зоопарками, а также сохранения видов, которые исчезают, нам были переданы из европейского питомника птицы-носороги в количестве 31 голова и дополнительно еще очень интересные птицы, такие как венценосные голуби и жако. Птицы-носороги на данный момент у нас самая большая коллекция в Украине, которая включает от самого маленького, это от 30 сантиметров в длину, а также 60 грамм, до самого большого, это птица-носорог, африканский ворон, кавшский. Данные птицы довольно-таки редкие и практически не встречаются в зоопарках, как в европейских, так и других, потому что их достаточно сложно содержать, они очень прихотливы, им нужны большие вольеры, прихотливы в кормлении, им необходим специальный рацион, который мы достаем из Европы, на заказ нам присылают. Данные птицы питаются в основном фруктами, также им дается мясо, но не в большом количестве, но все же они его едят. Специальный корм, которым его приучили в европейских зоопарках, и еще некоторые овощи. Мы сейчас строим новый вольер, большие вольеры с вылетом на улицу будет из помещения. То есть мы не будем их ловить, выносить на улицу. Теперь с помещения вылетает, открываются окна, вылетают большие вольеры. 20 метров у них будет разлет, 7 метров шириной. И очень высокие, удобные, хорошие для птиц вольеры. Мы об этом договаривались уже больше 2 лет. И только сейчас нам удалось получить данных птиц, потому что там необходимо специальное разрешение, которое мы получали все это время. В дальнейшем мы, соответственно, планируем дальше получать интересных птиц из частного питомника. Мы максимально будем стараться сделать такие условия, чтобы данные птицы размножались, потому что в условиях зоопарка это нечастая практика. И в дальнейшем будем передавать их в украинские зоопарки, чем сможем повысить популяции данных животных.